На территории торгового центра раньше на территории года работает выездная группа службы судебных приставов. 84-го. И вы можете узнать о своих задолженности. У вас много долгов. Ну вот я про это говорю. Вас... Сразу бы все бы выписали. Налог 4422 рубля, тоже в Саратовском районе. Потом страховые взносы, пенсионка 20 829 рублей. А это прям уже все точно? Это все точно. Это... Вы сейчас оплатите? Ну, нет, или сейчас у меня хотите... денег нет, но нет. Тогда купила. Сделайте, зайдите на функционал банк данных исполнительных производств. На официальный сайт службы приставов. Там очень удобный функционал, вы можете быстро все это оплатить. Данную акцию мы проводим в торговом центре «Оранжевый» на постоянной основе. Вот, она у нас не первая. В преддверии зимних, значит, выходных, зимних отпусков данная акция очень актуальна. Целью данной акции является популяризация банка данных исполнительных производств, вот, в которой каждый гражданин может узнать не только свою задолженность, там, свою и своих рисков, но и также быстро и без комиссии оплатить задолженность. Вы можете взять с собой памятку и с помощью этой памятки перейти на наш сайт ФССП, этот сайт Саратовской области, и проверить любого интересующего вас человека, зная фамилию, имя, отчество и дату рождения. Хорошо у вас. Да, задолженности нет? Нет.